Что если ему лишить зрение, полностью отрезать ему глаза? Господи, панда, как же я волнуюсь! Я забью твою патрону на тот свет! Что творим, бро? Меня зовут Царь Геонис! И просто сразу же при подписи на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду! Ведь перед Рим и Суприм банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, против песни нравится быть под нами! Так что скорее вступай в мою Суприм банду, чтобы быть самой сильной банде на ютубе! И Суприм банда, вы не поверите, но сегодня будет реально очень жесткие видео! Потому что сегодня я буду использовать куклу Вуду на говорящего Бена! И возможно, наконец-то его уничтожу! Уже банда где-то более месяца назад я общался с этим говорящим Беном в 3 часа ночи. Тогда со мной видео снималась моя девушка с Даркнета Вероника. И как вы знаете, банда всей говорящей питомцы — это маньяки, которые просто убивают всех подряд. И в ту ночь банда этот говорящий Бен каким-то образом выбрался с моего телефона и напал на мою девушку Веронику. И он просто отгрыз ей руку. И, если честно, я все еще в шоке от того, что тогда было. Благо, я был рядом и смог быстро вызвать скорую. После чего Веронике пришили руку назад, и теперь у нее все хорошо. Но она все еще лежит в больнице. А я же, банда, в это время решил отомстить тому говорящему Бену и наконец-то его уничтожить. Уже ранее, банда, я уничтожил большинство питомцев. Остался только говорящий Хэнк. И я его обязательно должен уничтожить с помощью куклы Вуду. Именно поэтому, Суприм банда, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда я сделаю куклу Вуду на говорящего Хэнка и уничтожу его. А также подписывайся на мой инстаграм. Ведь в инстаграме, банда, я общаюсь со всеми вами. Всего лишь тебе нужно это писаться на мой инстаграм и написать мне директ, и все. Жди уже ответа. Так что будет скорее, все ссылки в описании. Ставь лайк, а мы тем временем заказываем куклу Вуду на говорящего Бена. Погнали! Окей, Суприм банда, надеюсь, вы готовы, потому что уже сейчас мы будем покупать куклу Вуду на говорящего Бена. Если честно, мне все еще не верится, что она продается в обычном интернете. Это даже не Даркнет. И меня бро, вот этот сайт. Стоит эта кукла всего лишь $59, почти 60. Тем не менее, бро, я уже готов ее купить. Просто посмотрите на фотографии. Это почти точная копия говорящего Бена. Тем не менее, описание к этой кукле Вуду. Я создал куклу Вуду на говорящего Бена. В последнее время многие замечают, что в этом приложении живет маньяк. И я сделал эту куклу Вуду, чтобы кто-то его уничтожил. Кукла Вуду уже привязана на этого маньяка. Окей, Суприм банда, я уже готов купить эту куклу Вуду. Если честно, мне уже интересно поскорее увидеть реальную жизнь и использовать ее на говорящем Бене. Именно поэтому, банда, я покупаю эту куклу Вуду. Окей, банда, я заказал. А мы тем временем теперь ждем, когда же она придет, и откроем ее вместе с вами. Окей, Суприм банда, прошло уже некоторое время, и мне пришла коробка с куклой Вуду. А сейчас я уже открою эту коробку, и мы вместе с вами увидим впервые эту куклу Вуду. Окей. О, господи, банда, посмотрите. Это же реальная кукла Вуду на говорящего Бена. Она очень на него похожа, кстати. То, Суприм банда, думаю, уже пришло время заходить в приложение говорящий Бен и проверить наконец-то на нем эту куклу Вуду. Мне просто это не верится. Она реально очень похожа на говорящего Бена. Даже цвет кожи такой же. Господи, Суприм банда, мне просто это не верится. Мы купили реальную куклу Вуду на говорящего Бена. Просто гляньте на это. Вот кукла Вуду, а вот говорящий Бен. Они реально один в один похожи. Тем не менее, бро, сегодня я его уничтожу. Как мы знаем, банда, все говорящие питомцы убийцы, и говорящий Бен тому не исключение, он очень много убил людей. Именно поэтому сегодня я его убью, что он больше никому никогда не навредил, потому что они даже убивают безобидных детей. Тем не менее, бро, я очень надеюсь, что вы меня поддержите лайком. А мы тем временем давайте пообщаемся с говорящим Беном. Говорящий Бен, привет! Говорящий Бен, привет! Он просто мной повторяет. Можешь за мной больше не повторять, я знаю, что ты маньяк-убийца. И что с ним не так? Бен, я купил на тебя куклу Вуду и могу запросто тебя уничтожить. Просто поговори со мной. Что если не так, банда? Он же говорил раньше. Это просто жесть, ну же, давай отвечай мне. Бен, я могу тебя запросто убить с помощью куклы Вуду. Ничего ты мне не сделаешь. Господи, банда, вы это слышали? Я только что сам ответил. Это просто жесть. Я ему говорил, что говорящий Бен — это реально живой разум. Он живое существо, которое просто всех подряд убивает. Именно поэтому, банда, сегодня должен его точно уничтожить. Окей? Бен, я купил на тебя куклу Вуду, с помощью которой могу тебя запросто уничтожить. Ты правда думаешь, что сможешь меня убить с помощью этой игрушки? А что, нет? Твои друзья также говорили, а потом умирали один за другим. Я могу и тебя запросто убить.
Чего он смеется? Ты меня ни за что не убьешь. О, господи, ты очень сильно ошибаешься, Бен. Я убью тебя сразу же. Это просто жесть супримбанда, мне в это не верится. Говорящий Бен реальный маньяк мне чуть ли уже не угрожает. Тем не менее, давайте уже используем кукловоду. Для начала банды я прогулю кукловоду иголкой. И посмотрим, что тогда будет с Беном. Итак, Бен, как тебе такое? О, господи, банда, вы это видели? Он реально получил боль. То есть, банда, получается, кукловоду все-таки реально привязана к говорящему Бену. То есть, я его теперь могу точно запросто уничтожить. Окей, супримбанда, это просто нечто. Мне реально очень сильно повезло с кукловоду. Потому что не попался на какой-то фейк. Это реальная кукловода на говорящего Бена. Ну что, как тебе такое, Бен? Говоришь, не убью? Бен? Бен, что с тобой? Почему он снова меня игнорит? Бен, не игнори меня, а то будет только хуже. Я намного быстрее тебя убью. Как видишь, кукловуду работает. Ты ни за что меня не убьешь. Что за бред? Кукловуду работает, не могу тебя запросто убить. Почему же я вдруг не могу тебя убить? Потому что я убью твою подругу, которая сейчас лежит в больнице. Что? Да, та самая, которую я откусил руку. О, господи, он знает о Веронике, банда, вы это слышали? Это просто жесть. Это реальный маньяк. Вы сами видите, что он делает? Я точно должен его сегодня убить. Бен, ты даже не знаешь, в какой больнице она лежит. Что с ним не так, банда? Почему он просто смеялся? Окей, супримбанда, я не понимаю, что происходит, но это все реально очень стрёмно. Что если он реально узнает, в какой больнице лежит Вероника и просто захочет ее убить? О, черт, пришло какое-то голосовое от Вероники. О, господи, банда, ты голосовой от Вероники, черт, хоть бы с ней все было хорошо. О, господи, только не это! Неужели это говорящий Бен? Мне просто в это не верится, банда, он снова как-то вышел в наш мир и уже хочет окончательно убить Веронику. Я должен 100% этому всему помешать. Не смей ее трогать, иначе я убью тебя. Я могу тебя запросто убить. Уже поздно, она будет мертва. Господи, нет, я этого не позволю. Я тебя прямо сейчас уже убью. Тебе конец, говорящий Бен. Ты правда думаешь, что меня это остановит? О, черт, это просто жесть! Господи, мне просто в это не верится, банда! Он хочет убить Веронику, и никак я даже не могу спасти, потому что я очень далеко от нее, это просто жесть! О, черт, пришло еще какое-то голосовое от нее! О, господи, банда, это уже второе аудиосообщение от Вероники, я очень за нее переживаю, черт! Господи, это 100% говорящий Бен. Но самое страшное то, что я даже не могу никак ей помочь. Я очень далеко от нее. Это просто жесть, супримбанда. Я уже не знаю, что делать. Нужно как-то поговорить с этим говорящим Беном. Господи, Бен, если с Вероникой хоть что-то случится, я тебя убью, я тебе клянусь. Ты всех моих друзей. Я отомщу тебе за это. Господи, это просто жесть. Так убей меня, зачем ты трогаешь моих друзей? Я хочу, чтобы ты почувствовал ту же боль, что и я. Когда умирают близкие. Господи, это просто жесть, банда. Он реально какой-то ненормальный, вы это слышите? Нет, Бен, ты этого ни за что не сделаешь. Я этого просто не допущу. Ты... Господи. Черт, что с ним не так? Это просто жесть. У него даже смех, как у настоящего маньяка. Окей, Бен, пришло время тебя уже уничтожать. Посмотрим, что ты скажешь на это. Супримбанда, у меня есть план, что если его лишить зрения, полностью отрезать ему глаза. То есть, если я отрежу глаза кукливуду, то у него они тоже пропадут. Тут, как он тогда будет убивать Веронику, если ничего не будет видеть? Ну, потом, банда, давайте уже скорее это сделаем. Окей, вот ножницы. Пришло время действовать уже максимально сильно. Что ж, Бен, пришло время уже получать по заслугам. Господи, банда, как же я волнуюсь. Господи, банда, вы просто это видите? У него реально нету глаза. Это просто жесть. Я отрезал глаз кукливуду, у него он тоже пропал. Просто посмотрите на это. Мне просто в это все не верится. Мы реально отрезали глаз говорящему питомцу обычному приложению. Это такая жесть, супримбанда. Окей, давайте отрежем ему второй глаз, чтобы он уже окончательно ничего не видел. Что ж, Бен, пришло время лишиться и второго глаза. Без своих глаз ты точно ничего не сделаешь. Господи, супримбанда, это просто жесть. Мне в это не верится. Мы отрезаем второй глаз говорящему Бену. Просто жесть, черт! О, есть, отрезал! Я убью любой ценой, ты меня не остановишь. Просто жесть, банда, посмотрите! Ты ничего не сделаешь без своих глаз! Господи, супримбанда, ты ответишь за все, за каждую смерть! Твоя подруга уже мертва!
Что ты несешь? О чем ты? Господи, Суприм Боб, нужно срочно позвонить Веронике. Я не могу в это поверить, он не мог ее никак убить. У него просто нету глаз. Разве что это все сделал Хэнк. Тем не менее, брат, давайте уже наберем Веронику. Господи, пожалуйста, возьми трубку. Это просто жесть, Суприм Боб, да посмотрите. Пожалуйста, Вероника, возьми трубку. Черт, Суприм Боб, мне просто в это не верится. Вы это видите? Она совсем не берет трубку. Неужели она уже мертва? Это просто жесть. Неужели говорящий Бен реально ее убил? Черт, я должен уже его поскорее уничтожить. Но уже пожалуйста, Вероника, возьми трубку. Это такая жесть, Суприм Банда. Окей, Суприм Банда, пришло время уже реально убить говорящего Бена. Он слишком много всего плохого сделал. Ты не мог ее убить, Бен. Каково это, Сергей Онис, потерять близкого человека? Господи, Суприм Банда, вы это слышите? Это просто жесть, неужели он реально убил? Я должен уже его прямо сейчас прикончить. Он слишком много всего плохого сделал. Умри, Бен, раз и навсегда. Наконец, я лишь хотел признания от людей. Я говорил им, что не стоит убивать детей, ведь мы просто могли повеселить их. Это того явно не стоило. Убей Хэнка, Сергей Онис, он должен ответить за все, что сделал. О, Господи, Банда, вы это видите? Он умирает на глазах, он бледнеет, вы это видите? Это просто жесть! Это такая жесть, Суприм Банда! Я реально убил говорящего Бена, вы сами это видели! Просто посмотрите, он полностью белый в своем приложении! Он уже труп! Это такая жесть, я убил его с помощью куклы Вуду! Господи, Суприм Банда, мне просто в это все не верится! Черт, ну как там Вероника, неужели он реально убил? Банда, пришло какое-то голосовое от Вероники! Неужели она жива, Суприм Банда? Просто посмотрите, новое голосовое сообщение от нее. Окей, давайте прослушаем. Черт, она жива, Банда! То есть Бен меня обманул! Но зачем он все это сделал? Я же его после этого всего убил! Возможно, Банда, он уже сам хотел со всем этим покончить, но не знал как! Именно поэтому в конце он и сказал, чтобы я убил говорящего Хэнка! Окей, Суприм Банда, вы знаете, 10 лайков! И я делаю куклу на говорящего Хэнка и уничтожаю его! Это последний из говорящих питомцев из этой банды! А также пропомни одно, оставайся к тебе шикарным! Пока!